вот такой вот пресс на 25 литров. Просто так. Все тут механизировано у нас. И вот выдавили, отдавили, отжали, отжали. Да, отжимают, и вот потекла струйка. Это светлое вино, розовое будет. Как тут отжали. Тут было, были ягоды. И пресс их отжал. И теперь сусло мы в бутылек сливаем, и вот уже дня три, наверное, булькает процесс. Очень хорошие вот эти крышки для вина, хорошо садятся, и затвор такой хороший, и вот оно булькает. Это 10-литровый бутылек. Тут рядом есть раньше, которое мы ставили вино. Уже муж подписал тут. Уже все подписано. И все, крышки с затворами, и процесс идет. Потому что приготовление вина — это очень долгий процесс. Прям за одно видео, конечно, не получится это показать. Ну вот так вот булькает вино.